Вчера около где-то в 14:30 в городе Счастье на взводно-опорный пункт «Фасад» произошло нападение ДРГ противника. В ходе боя мы начали вести бой, мы заметили, что был ранен кто-то из них. Мы решили выдвинуться вперед, чтобы их отбросить назад и захватить по возможности кого-то в плен. Когда группа выдвинулась вперед, ну, на передний край позиции, мы взяли в плен одного российского офицера, капитана российского спецназа с города Тольятти. Начав оказывать ему первую медицинскую помощь и проводить эвакуацию с поля боя, мы начали двигаться дальше и взяли еще одного российского офицера в плен. Он был сержантом. Доставив его в госпиталь, оказав всю первую медицинскую помощь, мы решили, что там где-то, поскольку их была, они, по их информации, их была большая группа, где-то 12-14 человек, мы решили пойти искать их дальше. Выдвинувшись вперед, мы столкнулись еще раз с ними. Но, к сожалению, взять в плен у нас никого не получилось, нам пришлось заступить, потому что у нас было трое раненых. Они не сильные, все стабильные. Отошли, вернулись на свои позиции. Ну, пленные сейчас находятся, наверное, в Краматорске. Доставлены в Краматорск, да, на каретах скорой помощи. У одного было ранение в предплечье, в правую руку. Тяжелый был, а у второго было ранение в руку. Ну, они тоже тяжелые, но, в принципе, стабильные. Они с документами, да? Они представились российскими офицерами. Один был капитан, командир группы, а второй был сержант. А нападение было стрелковым оружием? Нападение, то есть они непосредственно вели бой. У них было стрелковое оружие, у них на прикрытии был пулемет. Они вели бой с АГС-а и стреляли еще по нам минами. 200-й – это наш боец, который первый принял бой. Который первый увидел, первый принял бой, но они сразу его убили, к сожалению. За время нашего прибытия здесь это уже третий выход группы, который мы берем, с которой был непосредственно бой, непосредственно огневой контакт, и с каждых из этих столкновений мы брали в плен кого-то. Сейчас, до этого, правда, мы брали ЛНР, с Луганской Народной Республики мы брали пленных. Потом снова брали россиянина, и сейчас еще двое русских спецназовцев. Но таких, скажем так, таких серьезных специалистов мы взяли впервые. Но мы все-таки дали им достойный отпор и показали, что мы тоже умеем воевать. Не только Российская Федерация воюет, Украина тоже умеет. Это была нейтральная территория? Вы уже территория контролируемая? Ну, бой был... Они начали атаковать наш опорный пункт, и мы потом перешли в контрнаступление. Командир бригады решил, что нужно их отбрасывать дальше, мы перешли в контрнаступление, и фактически уже происходил бой на нейтральный. Они начали отступать, потому что мы их начали вести сильный огневой контакт, и они начали отходить. Мы их начали догонять или преследовать. Когда мы уже в третий раз начали контратаковать, нам помогла группа Айдара. Это уже в самом конце, да, когда мы уже начали идти вперед, выдавливать, давить дальше, нам помогла группа Айдара. У них тоже было двое раненых, уже в последнем столкновении. Ну, в операции участвовала 92-я бригада. В непосредственном захвате противника участвовало 5 человек. Возглавлял операцию полковник Николюк, командир бригады Виктор Дмитриевич. В процессе допроса, как сказали военнопленные уже вечером, что их группа численностью 12-14 человек. Они все участвовали, да, в этой? Я скажу, они были в нападении, мы допускаем, что да, потому что очень велся большой плотный огонь, и они взяли очень большой радиус, захвата территории. И нам получается, то есть нам было сложно их атаковать. Но в основном, когда мы уже вели допрос, пленные были тяжелые, поэтому нам только под присмотром врачей, то есть нам было очень мало времени, чтобы с ними пообщаться. Третья бригада спецназа с города Тольятти. Помощь в батальоне, в виде батальона «Айдар» пришла уже где-то, когда мы третий раз начали идти в атаку, когда мы решили, что они там где-то еще есть, или они находятся где-то недалеко от нашей территории. Когда мы решили, и даже если у них будут ранены, они будут в любом случае их вытаскивать, потому что это спецназ. Мы решили выдвинуться вперед и взяли с собой еще группу «Айдар». Это уже было в районе 17 часов. То есть с 2:30 до 17:00 бой вела только 92-я бригада. А в какой момент взяли пленных? Сразу? Ну, в пленных где-то взяли... если бой начался в 2:30, пленного первого взяли где-то в 2:45. А следующего через минут 10 мы взяли. Ну, 5, пока мы его отнесли, принесли носилки, мы дали приказ, чтобы выдвинулась группа, ну, наша группа еще одна с носилками и с медикаментами. Перевязали его и быстренько на носилках выносили с поля боя, потому что узнали, что это россияне, но сразу представился русским. И мы очень сильно хотели спасти ему жизнь, потому что мы
хотим обменять его на наших ребят, которые находятся, на военнопленных, которые находятся в плену ЛНР. Поэтому за ним смотрели, как не знаю за кем. Очень сильно его лелеяли. И потом сразу же выдвинулись, начали идти дальше, искать второго. Искать вообще кого-нибудь. Нашли сразу второго сержанта. Они вообще сразу представляются, да? Вот такую ситуацию? Ну, не сразу. Он сразу кричал, не убивайте меня. Он кричал, не убивайте меня, я русский. Потому что он боялся, что мы его убьем, потому что он ЛНРовец. Хотя мы... Поскольку они так считают, но поскольку мы офицеры все, мы солдаты, мы давали присягу, мы с военнопленными поступаем как положено, лояльно. Мы берем их в плен, оказываем всю медицинскую помощь и или меняем, или отдаем в другие структуры, которые разбираются сам. Наше дело, дело военных, защищать территорию Украины. А забота других уже решать, что с ними делать, для этого есть другие компетентные органы. А какой примерно возраст? Одному 30 лет, 85-го года рождения, а второму 27. 28. Молодые, да, они воюют здесь с марта. Как они сказали, с марта 2015 года. К нам сегодня даже приезжали какие-то там дядьки, которые там книжки пишут военные. Говорят, это надо внести типа в книги, как происходил бой. Все зависит от командира. У нас очень грамотный и умный командир. Хороший военачальник. Все спланировал, быстро принимал адекватные, грамотные, четкие решения. И поэтому с нашей стороны минимальнейшие потери при нашей контратаке. У нас только раненые, потому что они подключили всю тяжелую артиллерию и били с нам всего, чего только можно. И мы, выдвинувшись вперед, малыми силами. Командир бригады все правильно, четко, грамотно выстроил. Когда вынесли нашего первого 200-го, мы поняли, что или мы будем отбивать их, ну, такое нельзя прощать. Они уже нападают на нас прямо у нас дома, на наш опорный пункт. Одно дело, когда просто стреляет артиллерия, а второе дело, когда они подходят в непосредственный контакт. Ну, и чтобы показать им, что они не такие... Не такие большие спецы, как они себя считают, мы решили пойти вперед. Но я считаю, что операция вчера прошла успешно. Мы показали им, что мы можем, что мы умеем, что к нам лучше не лезть. Я думаю, что всем остальным это будет урок. Они потом сказали, что нам пришла информация, что отсюда вывели всех военных. Остались только какие-то маленькие подразделения. И мы решили пойти в атаку, то есть взять хотя бы там первые, начинать брать первые взводные опорные пункты. Возможно, это была спланированная операция. Они хотели приготовить себе плацдарм, захватить первый опорный пункт, то есть захватить мост. Самый стратегически важный момент. А дальше можно было развивать контрнаступление. То есть, фактически они пошли в наступление. Фактически они пошли в наступление, но то есть, совместными силами мы их остановили. И все сорвалось. Ну, сегодня по сравнению с вчера намного стабильнее, спокойнее. То есть обратный обстрел, стрелковых боев сегодня таких сильных не было.